Смотри, сюрприз! Тут рядом еще одно ядро. Так. Ядро должно быть где-то здесь. Можешь найти, Марк? Только бы хорошее. Давай, ты найдешь. Попробуй. Кто у нас молодец? Вот и второе. Thank you.
ядро у этой штуки в голове. Давай! Возвращаемся в зал управления. Работает. Дилон действует. Выйдем наружу и посмотрим. Так. Напомни, как там работают телепорты? Ага. Выбрать телепорт на карте, перенесешься туда. Найдешь новые, откроются новые места. Ясно. Ладно, Виолет, пошли. Смотри, Мак! Буря сдвинула целую кучу песка! Как странно. У меня сигнал со старого аварийного маяка по ту сторону ворот. Наверное, буря блокировала сигнал. Пошли, Мак. Посмотрим, что там. Мак, в этом секторе полно злых роботов. Прежде чем двигаться дальше, надо вернуться в вездеход. Я сделаю тебе новые части получше. Сезам, откройся. Mm.
пистолет. Надо идти. Так, давай тебя прокачаем, Мак. Сработало! Получилось! Бинго! Вот какой красавец. Теперь разберемся с сигналом. Посмотрим. Крестим пальцы.
ваш отчет. В нем 16 пунктов, несовместимых со стандартами программы. Вам, наверное, кажется, что это неважно. Уверяю, мое начальство считает иначе. Прошу предоставить исправленный отчет к концу следующей смены. И как профессионал профессионалу. Вы привыкли доверять ядру ботам на 100%. Да, вполне возможно, что проблемы с двигателем не связаны с неисправностью ядра ботов. Но они просто машины. А машины могут ломаться. Пожалуйста, не позволяйте гордости за свои создания лишить вас научной объективности. Не стану притворяться, будто знаю ядра ботов так же хорошо, как вы. Но я знаю мандат. И меньше всего в самом начале миссии нам нужны лишние подозрения. Старшая по связи Брайт. Отбой. Джул, ты будешь рада узнать, что я не забросил кино по пятницам. Только вот в гостиной без тебя полный бардак. Надо бы убрать попкорн, пиццу и... Что там еще? Старенькая фантастика и фильмы про монстров лучше всех, правда? Помнишь «Франкенштейн», «Космическая Одиссея»? Меня всегда удивляло, почему мы ждем, что наши создания обязательно восстанут против нас. Смешно, но эти фильмы очень повлияли на мою работу. Я все думал, как сделать искусственный интеллект более человечным? Может вставить роботу в голову человеческий мозг? Ха-ха-ха! А если серьезно, и ядра для мандата – настоящий прорыв. Может, о нем тоже когда-нибудь снимут кино? Со счастливым концом, конечно. Так-так-так. Отсюда мы не пройдем к воротам. Надо найти другой путь наверх. Встать на грави-платформу, отключим энергополе.
Самый раз. Ты со мной? Ha!
Кто тут у нас? Сюда, Мак! Скрестим пальцы. Чуешь запах, Мак? Жаль, что вы решили проигнорировать мою просьбу. Признаюсь, благодарности я и не ожидала. Но при всем уважении, доктор Олден, вы еще более упрямы, чем следует из личного дела. Неужели после всех неточностей вы позволите чинить двигатель тому самому ядроботу, который чуть его не разрушил? Как я неоднократно говорила, за ремонтом жизненно важных деталей должны следить люди. Я знаю, что находиться в двигательном отсеке опасно, и восхищаюсь вашей решимостью защитить своих сотрудников. Но, поручая это ядроботу, вы рискуете провалить всю миссию. Вы летите почти со скоростью света в сложном космическом корабле. А не видите машины по ровной дороге. Если что-то пойдет не так, я с себя ответственность снимаю. Вы это понимаете? Кто тут у нас?
надеюсь, хорошее. Ладно, Виолет, пошли. Сюрприз, сюрприз! Thank you.
Открывайся. Позвольте-ка. Come on.
Сезам, откройся. Только бы хорошее. Вот и охранники. Здорово. Пусть расскажут, что происходит. Отдать ядро? Зачем? Виктор требует. Что еще за Виктор? Мак! Эй, ты что творишь? Ни за что на свете не отдам его таким ботам. Мы не могли погрузить всю нужную технику на корабли и привезти ее на Эдем. Ее должны были построить на месте ядроботы. Сигнал бедствия идет с дальнего края карьера. Вперед, Мак! Надеюсь, хорошее. Какой огромный карьер. Придется как-то обходить. Тоннели так сильно изношены. А что стало с ботами, которые их обслуживали? Открывайся! Еще один пролом в тоннеле. Если правильно передвинуть платформы, мы сможем перебраться. У платформы нет энергоботов. Куда же вы сбежали, малыши?
сделаем это, Виолет. Чтобы ускорить строительство колонии, ядроботы должны были перерабатывать материалы, которые привезли с Земли на кораблях. Ведь возвращаться мы не собирались. Я полагаю, вы его уже получили. Письмо с извинениями от моего начальства. На следующей неделе мне надо явиться на дисциплинарную комиссию. Я, в отличие от вас, не нахожусь за миллионы километров от Земли. Вас с корабля убрать не могут, даже если захотели бы. Но меня уволят без колебаний. Я-то не особо важный сотрудник. Не стану тратить время на просьбу замолвить за меня словечко. Хотя все, что я делала, было ради безопасности. Вашей и вашей команды. Когда я уйду, можете спокойно забыть о правилах. Высадиться на Эдеме, объявить себя правителем ядроботов и больше не общаться с Землей. Это что? Удачи вам и вашему ядроботу Виктору, который все починил. Больше я на связь не выйду. Смотрим. Продолжение следует...